Коды шкодные. Нептунчик. Залез за Жорика и играется с игрушкой. Жорик, на, иди сюда, отходи. Нептунчика покажем. Нептунчика-хулиганчика. Да. Неугомонного хулиганчика. Ты зачем Жорика за хвостик ловишь? Жорик тут с вкусняшкой. Передавай всем подписчикам привет. Скажи всем привет от чемпиона, от нашего. Самого красивого мальчика беленького. Да, да, да. Ой, такой, скажи, я умный врач-акушер. Да, и чемпион, и папаша, и дедуся, и вообще красотуся. Давай, давай. Чихай, чихай, привлекает внимание. Хорошенький. Всем добрый день. Сегодня 11 сентября 2022 года. У нас во дворе стройка, поэтому у нас видео немножечко сбитые будут. И таких прогулочных не успеваю я утром. Вот, но ничего, догоним. Буду снимать кусочками, как получается. Нептунчик передает всем привет. Малышу сняли уже шовчики. Вот. Через месяц, ну, после операции, мы поедем на снимочек. Чувствует себя хорошо. Доктор потрогал, сказал, главное не скакать, не прыгать сейчас с какой-то высоты. Но, слава богу, на кровать он еще не может залезть. Что меня радует. Да, Нептун? Нептун называется «Я и твоя тень». Он за мной все время ходит. Вот, всем приветик. Все у нас идет на поправочку. Это Мажорик. Еще раз красавчика. А вот он что тут вытворяет, наш Филиппа. Филиппушка. Сейчас, царица, иди ко мне. Все наши собачки сейчас там гуляют в вольере. Очень хорошо, что у них есть свободный выгул там, пока у нас идет строительство. Вечером уже, правда, было темно, сейчас темнеет раньше. Мы вчера, наверное, часов до 11 вечера гуляли, загородили всю стройку. Вот аккуратненько вместе со строителями. Спасибо им большое, помощникам нашим. Вот, чтобы туда никто не залез в бетон. Ну, что вы думаете? Конечно, там свои отпечатки оставил космос. Он все равно забрался туда. Но, слава богу, Анжела не забетонировалась. Филечка, иди ко мне, Филиппка. А то был бы номер. Если бы белое пушистое облачко в бетончик жидкий бы застегнуло. Филя, иди ко мне, Филипп. Филя, иди сюда, передавай всем, давай подписчикам приветик передадим, а то видео общее, я не знаю, сегодня постараюсь снять, посмотрим. Филечка, покажись. Это Филиппушка наш, красавчик, которому в этом месяце скоро-скоро, через 2 недельки, исполнится 8 лет. Мажорику нашему 4 годика. Да, вот такой красавчик. Да-да-да, мой мальчик. С подарком. Давай, давай подарок. Так, ну что, Нептун. Сейчас я еще покажу вам. Так, дальше давайте покажу вам наших малышей, которые с нами дома. Это Юляшины детки. Наших 4 зайчика, которые вывернули миску с кормом, рассыпали. Ну, теперь вот так и кушайте. Мама придет, поможет. Это наши малыши. 2 девочки и 2 мальчика. Вот это красавчик Араратик беленький. К нему подошел мальчик Айпетри Петрик. Петрушечка наш, Петрушка. Это красавица, девчонка на спине валяется. Ануш. Ануш Тиара, Ануш, армянское имя, Тиара это диадема, Анушка. И моя любимка крошка на ладошку, вот это вот Демирджи, Ария Демирджи. Так, по поводу кличек, уже успели отметиться у меня там видео, что за типа незвучные страшные имена. Ну, во-первых, каждое имя наших щенков, вообще собак, имеет перевод и всегда положительный, нет негативных каких-то там демонических имен. Вот, ну, то по крайней мере, я всегда стараюсь, перевожу, вот, чтобы значение было хорошее. Потом, это имена по документам. Никто не заставляет вас называть щенка Демирджи или Айпетри. Ну, во-первых, Айпетри – это вершина горная у нас в Крыму. Всегда имеет какие-то значения. Очень люблю крымские имена. Вы слышите, видите, у нас есть Ялта и Алушта. И Гурзуф, и у нас уже было очень много имен таких, но всегда нужно что-то новенькое придумать. Поэтому и Салгир, это у нас такая река в Крыму. Ну, ребят, кому не нравится, опять же, не нужно называть обязательно собаку, которую человек покупает, так же, как ее зовут по документам. Дома ваша собачка может быть и Петрушкой,
И, ну, может быть, какая-нибудь импровизация от этого имени, а может быть, совершенно нет. Пожалуйста, можно называть совершенно другим именем. Вы можете называть там Бонечка, Пусечка, Мусечка, как угодно. Это же ваши домашние. Вот это вот рыжее счастье, которого зовут Филипп. Да. Ну, он, конечно, Филипп, потому что я его так назвала Филипп. Он Филечка, он Филиппок, он Фил. А еще он рыжее счастье. Да, мой зайчик. А что мой зайчик хочет? Он Жорика Вкусняшка. зовет, Жорика зовет. А вкусняшка вот лежит. А он ее хочет взять. Ну, бери. Кто тут на попой на подушку уселся? У кого собаки попами на подушках сидят? Пошла жара. Ну давай поговорим. Ну давай поговорим. Да. Кстати, малыши, которых я вам сейчас показала, это внуки вот этого вот дедуси. Вот этого нашего дедуси. Показывай свой животик. Давай, дедуся. Вот. А ты уже вообще дедок тут. Прадедок. А сейчас я вам покажу деток, которых дедуся Филечка. Смотрите. На. Вот у Филиппа есть такая манера. Когда он что-то сильно хочет, оно лежит, и он знает, что это не его. Он, пока я не возьму в руки и не дам, он будет вот это вякать. Вя-вя-вя, дай-дай. Потому что он знает, что Жорик ему всыпет, потому что это Жорика вкусняшка только что была. Так, пошли дальше. Еще немного вам Нептунчика. Нептунчик тут хулиганит в игрушку. Еще мне одна красавица написала: что у вас за грустные щенки? Это про вот этих. Вы что, с ними не играете? Ребята, мы с вами что, не играем? И просто иногда я снимаю видео, когда щенки спят, например, или уже поиграли. Обычные нормальные детки, которые вон грызут погрызушку. Игрушек уж у нас в нашем доме. Слушайте, ребята, ну они у нас везде. У нас маленьких детей нет. Ну, игрушек у нас полным-полно, так что не переживайте, и вкусняшек, и игрушек, и хорошего питания. В нашем доме собачкам хватает. А это кошечка, и деткам, которым сегодня исполнилось 3 дня, вот эти наши два мальчика и две девочки передают вам приветик. Вот здесь вот так вот наша кошечка обустроена, вот здесь у нее здесь я так закрыла специально этим покрывалом, потому что она как попугайчик, чтобы не видела, когда кто-то заходит. Она яро кидается, охраняет своих деток. Но это такой период, первая неделя. Так обычно мамы себя ведут, особенно опытные такие, как Кока. Да, моя девочка? Итак, вот эта Кока, она дочь Филечки рыженького нашего. И поэтому, соответственно, вот эти колобочки малепусенькие внуки нашего Филиппа. Здесь у нас две девочки, два мальчика. Я вас познакомлю с ними поближе, когда они немного подрастут. Скажем, там еще пока смотреть не на что. Но у нас уже детки имеют имена. У нас мальчик Пифагор и Ньютон, а девочка Омега и Нармия. Вот такие вот у нас красивые имена. Ну, они еще не доработаны. Все имена, конечно же, в помете всегда начинаются на одну букву. И если вы слышите, что я говорю имена, а не на разную букву, то это говорит о том, что у нас не односложные имена, они двух- или трехсложные, то есть из двух или из трех слов состоят. Поэтому обязательно в любом помете, конечно, детки получают документы, и имена должны быть уже стоять в документах на одну букву. Это тем, которые зачем вы называете собак, их потом назовет кто-нибудь. Ну, вы можете, еще раз говорю, называть собаку как угодно, но в документах имя при продаже уже есть. Так, вот тут опять валяются наши красивые собачки. Опять Филечка улегся на мамину подушечку. Ты вот такой красивый мальчик. Вот такой красивый зайчик. Видите, какие разные ушки. У нашего Филечки коротенькие, маленькие ушки, которые встали, когда ему было месяц-полтора, и так и ни разу не упали, потому что они у него коротенькие. А у Коки, у его дочки, только что вам показывала с детками, которые же огромные, как у ее мамы. Вот. Ну и, скажем, и то это чихуахуа, а не какая-то другая порода. Кому-то нравятся более такие вот коротенькие ушки. Бывают средние, бывают прям длинные, большие. На любителя. И в нашем питомнике я по гороскопу вообще-то близнецы, и я люблю все разное в жизни. И обожаю именно породу чихуахуа тем, что она разных окрасов, разного типа. И это одна порода маленьких собачек,
с разными ушками, мордашечки более короткие, классические. И на самом деле я столкнулась с тем, что правда люди точно так же. Ну, есть мода какая-то там, да, определенная. На сегодняшний день все любят короткоморды, хотя постепенно сейчас вижу, что люди, многие начинают возвращаться к тому, что классический тип тот еще старый, когда на тоненьких лапулечках, на тоечков больше похоже, на с тоненькими мордашечками вытянутыми. Многим тоже очень нравится. Потом собака, естественно, с тоненькими лапулечками, вытянутая маленькая мордашечка, они всегда легче по костяку, и они на самом деле весят меньше. А те, конечно, которые коби типа, они могут быть очень маленькими, очень компактными, но у них веса больше, чем у той собачки, которая более тоненькая. Что, гулять собрались? Ну, пойдем мы на улицу, погуляют вот эти наши собачки, Рошелька.